13 июня 1947 года в «Стране любви младенец» Иисус явился юной девушке, сошедшей с небес, положив тем самым начало великой тайне, непостижимой и недостижимой, тайне спасения человечества, которая через девушку, избранную Отцом, будет проявляться на протяжении многих лет. 15 мая 1974 года она приняла волю Божию, которая появилась в момент великих испытаний и страданий. Это день свадьбы с небесами. Иисус, Богоматери и Святой Архангел Михаил явились ей и долго разговаривали с ней. Дева Божья, произносящая его «да», вступает в брак с волей Отца, который в своем Сыне объявляет ей спасительную миссию для человечества, которую ей придется выполнить. Через 4 дня Иисус снова явился ей вместе с Богородицей Святой Мессией, святой мученик, живший во времена гонений первых христиан, и исцелил ее от смертельной болезни, от которой страдала жена Божья. В 1975 году по воле Отца была возведена маленькая колыбель младенца Иисуса. Иисус сказал о маленькой колыбели в Откровении, обнародованном в июне 1994 года: «Эта колыбель будет моей скинией». Откровение Иисуса Христа Марии Г. Нарчо. 19 июня 1994 года, объявляя глубокий смысл места, избранного Отцом. Мария растет оживленной и глубоко религиозной верой во Христа и подлинным христианским учением. С детства она очень предана молитве и любви к ближнему. В ее сердце живы подлинные христианские учения, которые она применяет на практике и которые, со смирением и живым милосердием, она призывает всех тех, кто с 1975 по 2008 год будет знать и встречаться с ней в маленькой колыбели, практиковать. В 1980-х годах епископ Е. Кардарелли, служитель епархии Суры Римско-католической церкви, получил задание следовать духовным путем Девы Божьей. Он, признавая правдивость откровений и подлинность мистического опыта Божьей Матери, решил написать, с одобрения своего епископа Монсеньора Минкетти, скрупулезный рассказ о фактах. Он написал свой рассказ в буклете под названием «Колыбель для младенца Иисуса в стране Галлинаро». Официальный сайт: www.novogerusalemme.it.